Ну, в целом, наверное, контролировали ход встречи, в принципе, вот, имели много моментов. Вот, первый тайм, наверное, такой был, скажем так, качели туда-сюда, и у них были моменты, у нас. Вот, но во втором Факел немножко сел, и у нас стали появляться зоны. И хоть и забили со стандарта, но все равно в целом имели больше шансов, поэтому, я думаю, заслуженно выиграли. А какие впечатления от нашей молодежи? Ну, ребята молодые, видно, что стараются играть хороший футбол, просто я знаком с тренерским штабом Файкова, поэтому, в принципе, понятно, какой футбол они пропагандируют, поэтому уже пожелаю только удачи, чтобы с этой командой как можно больше попало в основную команду. Как вам наш стадион? Вы, наверное, тут еще в детстве играли. Да, я играл в детстве еще, я как раз здесь вот ребятам рассказывал, что я здесь первый трофей свой выиграл в детстве, Кубок Герасимова такой раньше проходил, не знаю, сейчас проходит или нет. Вот, и, конечно же, после реконструкции приятно видеть стадион в таком виде, так что приятно, что в родном городе такие арены.